Ну что ж, ребята, на этом все. Моя поездка закончена. Поездка выдалась очень интересной и атмосферной. Желаю юным железнодорожникам обрести профессию по душе себе, и чтобы из них выросли хорошие, добрые сотрудники и, самое главное, ответственные. Ну и Укрзалезнице желаю как бы успешной работы, бесперебойной, безопасной, ну и всего наилучшего. Со всеми пожеланиями, Влад Воля, и в это непростое время желаю нам победы, и все будет Украина. С вами был Влад Воля. До новых встреч.